at speed to the city streets. Эмоции – это хорошо или плохо в отношениях? Эмоции? Юр, задам тебе один вопрос, попробуй ответить. Что может дать женщина мужчине, что мужчина сам себе не может дать? Себя. Себя. Ох, какой интересный ответ. Что может... А, да, классно. А женщина, а это что? Вот в основном, если вот описывать, женщина, это что? Вдохновение. Эмоции. Ну, для меня вдохновение, наверное, больше. А вдохновение, оно откуда? Женщина вот этой эмоциональностью, понял, вот такое, что... Вот ты такой, вот ты такой, вот ты такой, вот ты такой, понял? Вот она помогает мужчине расти. Если она сухо такая, да, спасибо, мамонт. Угу. Второй мамонт, третий мамонт, четвертый мамонт. Будет ли мужчина расти? Мужчина растет, когда он так... И вот для этого подарочки. Потому что от каждого подарочка у нее будет... Ну, не у всех женщин, но если будет вот эта реакция... Правда, хочется еще подарочек подарить? А когда она вот такая, правда, еще хочется? Я причем девочкам на женских курсах рассказываю. Классная фраза, она мне нравится. Мужчина принес домой шоколадку, а ты такая, шоколадка. Да, после этого у него появилось бежать за шубой. А если на шоколадку? Понял? Потому что это любимый шоколад. Кто-то любит молочный, кто-то любит черный, кто-то любит... Понял, как важно не просто, а понимать, какой нравится продукт. И вот у женщины есть эта эмоция. Вот на этой эмоции хочется еще принести. Вот на этой эмоции хочется еще принести. Но вот тут нужно понять. Женщина, да, она больше правополушарная. Не все, но в большинстве. И она эмоциональная. И мужчина, что может самое ценное ей дать, это защитить ее от ее эмоций. Она может как хорошего придумать, так и надумать и мозг вынести. И вот тут помочь ей справиться с ее эмоциями, это тоже у меня такой большой там был мастер-класс на 3 часа для мужчин, как именно помогать женщинам справляться с эмоциями. Это очень ценно. В общем, знайте, что женщины эмоциональны ради вашего блага, а вам желательно научиться помогать ей справляться с ее эмоциями. Если она загасит все эмоции, то с этим роботом вы не захотите жить, не захотите. Это вы будете искать другую эмоциональную женщину.